И о спорте. Две золотых и одну серебряную медаль завоевали североказахстанские каратисты на открытом чемпионате Европы в Румынии. В нем участвовали порядка 500 спортсменов из 15 стран мира. Денис Сивков встретился с чемпионами. Движения быстрые, удары точные. Североказахстанские каратисты по шинкиу-кушинка ежедневно проводят усиленные тренировки. Отрабатывают приемы в техниках ката и кумите. В таком темпе нужно работать несколько часов подряд, если, конечно, хочешь стать чемпионом. Эти простые правила наши спортсмены соблюдают. Как результат, успешное выступление на 7-м открытом чемпионате Европы в румынском городе Сибиу. Состязание по направлению кё-кушинкай. Правилами это не запрещалось. Один из победителей – Данияр Капасов. В Румынии он провел 3 боя. Каждый соперник был индивидуален, была своя техника какая-то, кто-то был легче. Первый соперник, к примеру, был украинец, участник чемпионата мира, он был тяжелее меня. Мы били с ним 2 раунда, но я в итоге одержал победу, к счастью. Второй бой, это был соперник местный из Румынии, он был потяжелее, удары были мощные, он предпочитал ближний бой. И третий соперник был из Грузии. Кроме него, копилку нашей сборной пополнили еще 2 североказахстанцев – Константин и Михаил Шальковский. Завоевали золото и серебро. На карате меня привел папа. Но я пришел не один, а с братом. Он мне сказал, что я стану чемпионом, и я оправдал его надежды. Всего на чемпионате Европы участвовали представители 15 стран мира. Это порядка 500 участников. Нашу республику представляли 3 североказахстанцев. Выступили достойно. Задачу тренера выполнили. Я очень рад такому результату, потому что это была кропотливая работа, подготовка. Это весь июль, жары месяц. Мы, дети тренировались, давили новую технику, более скоростную, более быструю. Потому что мы знаем отличие кёкушина от шинкёкушин. Шинкёкушинка это доминирует, это взрывная, быстрая, скоростная. И за счет таких преимуществ мы, думаю, что одержали победу и стали чемпионами. В конце октября наши спортсмены будут бороться за Кубок Казахстана по шинкиу-кушинкай карате. Денис Сивков, Владимир Боровков, новости МТРК.